Шалом, друзья! Сегодня 26 число месяца Адар, и сейчас мы поговорим о том, что объясняет Алтер Ребе в сегодняшнем отрывке Тании. Именно сегодня, говорит Адмор ха-Закен, что для нашей души спуск в этот мир – это неимоверный спуск на дно, в оковы этого мира, в котором она очень страдает. Как, например, очень богатого человека поместить в комнатушку метр на метр. Единственная причина, по которой душа все-таки спускается в этот мир, это преимущество и достаток, которое она делает в этом мире, выполняя послание Бога. И потому каждый момент, когда человек не выполняет свой шлихут, свое задание от Всевышнего, то страдания души просто напрасны. Моменты счастья в этом мире, они очень точечны. Ведь этот мир, он не мир наслаждения. Нет, этот мир создан для выполнения в нем воли Творца. Адмор ха-Закен говорит, что для души спуск к нам – это как изгнание, и потому человек должен понимать, что свои наслаждения он не сможет найти в материальности этого мира. Полное наслаждение он сможет получить именно от выполнения поручений Всевышнего, ведь для этого душа и спускается в этот мир. Хорошего дня, друзья, и до новых встреч! Момент мудрости. Моменты, меняющие нашу жизнь. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.